Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Меня здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мой ник при регистрации. Если вводите мой ник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также не забывайте вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, сегодня будет очень интересная серия, обратно с Сашей. Саша — это девушка, с которой я записывал это видео. Предыдущее видео тоже я с ней записывал, поэтому кто не смотрел, всем советую посмотреть. Большое спасибо за вашу активность, вы набрали на прошлом видео 100 лайков. Давайте постараемся на этом видео тоже набрать 100 лайков. Сегодня мы поедем вместе с Сашей в казино, она будет играть в казино и я буду играть в казино. Но в итоге так получилось то, что она хорошо поднялась в казино, но я там немножко облажался. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала до конца. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Александра, садитесь в автомобиль, пожалуйста. Спасибо. Нахуй. Вы выкинули меня из машины. Пизда твоей машине. Сейчас я скажу, кому будет пизда. Пошла отсюда, понял? Это мой автомобиль, блять. Человек, да? Сейчас будрака, сейчас будрака. Да, да, да. Ты охуел сейчас? Пизда твоей машине. Ну, сука, мне сейчас... Женщина, не бейтесь, пожалуйста. Держите себя в руках. Ты успокойся, ты поехали. Тебе еще пизда. Ух ты, сука. Ай, бля. Я сейчас нахуй в больнице появлюсь. Хорошо, что я это снимал. Будет что ставить видео. Сука! Я же просто яблоко ем. Да-да-да, так мы и поняли. Мне кажется, после этих звуков кто-то пойдет в туалет и будет наяривать. Что делать надо? Только ты мне расскажи, окей, все. Я, блядь, не буду. Я буду играть, и ты будешь смотреть, как я проебусь. В смысле? Так, купить сколько фишек? Ну ты смотри, там написано же. Я купила 1000 фишек. 3000 фишек. Я, короче, все деньги беню. Если я проебу, то все. Ну я тоже. Куда мне идти? Вот за стол, который у входа. Что мне делать? 1,6. А как мне? А как мне? Я проебал 500 тысяч. Ладно, попробуй еще раз. Ты меня раздевал. 2,1 у меня. Пизда, я походу проебал все деньги. А как мне? А, F? Да, F нажимаешь. И там после заявки либо можешь создать. Короче, у меня сейчас последняя ставка, походу, будет. Потому что я уже слил ляб. Ебать, ничья. Фух, я уже, блядь, обосрался. Какая-то Лизка, ебать. Это не ты, случайно? Не твоя сестра? Вы очень с ней похожи. Прям очень сильно с ней похожи. Как понять, что ты выиграл? Как понять, что ты выиграл? Там будет написано то, что ты выиграл. Я, блядь, не пойму, либо я два раза уже выиграла, либо я два раза проебала. Все, можно уходить с казино. Я проебал все деньги. Ты со мной играл, блядь? Да. Я успешно проебал все деньги. Что? Ты понимаешь, в итоге я проебал лям 500, а ты, наоборот, подняла лям 500. Это законно? Попробуй еще обменять. Почти, у меня 2 ляма. Нормально, ебать. Я, блядь, тут нахуй пришел, проебал все деньги, она, наоборот, поднялась. Хотя на первый раз здесь играл в казино. Ну, новичкам везет, поэтому это нормально. Ты 3 ляма почти подняла? Да. Блядь, а почему я слил? Почему я такой лошара, блядь? Понимаешь, что ты первый раз вообще здесь играл, вообще первый раз. У меня 2 ляма 600, 386, 13. Хотя бы понял, что ты сказал. Короче, 2 ляма 600. Ты похуже меня ездишь, так что не надо мне тут рассказывать. Давай не будем вспоминать, как ты ездишь. Я просто засмотрелся. Ну тут просто берез нету. Тебе надо было здесь ездить, тут берез нету. У меня вообще хп нет, слушай. Нужно пожрать поехать и... А у меня, по-моему, аптечки есть, блядь, я хз как... Я тоже не знаю. Парковщик от бога. Ооо. Учись парковаться. Саша, что ты делаешь? Ну не при людях же, ёбаный насос. Не в жопу. Я вообще-то не вылечилась, я просто пожрать пошла. Тебе лишь бы пожрать. Я еще не вылечилась, да нет? Так а зачем ты встала тогда? Ты так сильно не радуйся. Ай, больно. Бля. Зато от копов можно прятаться. Извини, но нам не быть вместе. Ну я хуй с тобой, ты не беда. Так а я тут при чем, хули ты машину дала ему? Так это, блядь, твоя, во-первых, машина, ага. Нахуй, да, да, да. Ну попизди мне тут еще. Пиздобол. Ты меня забрал. Я у него машину забрал. Учись, поняла ты.
Девчонка, девчоночка, проебала Теслу. Поехали, мадам. Что ты встань? Сама машину проебал, тебе говорит, отстань, ебать. Садись давай, алло. Тебя, блядь, Де Морган сейчас посадит. Да мне похуй. Я теперь выехать не могу, блядь. Ха-ха-ха, как смешно. Я, блядь, тут отвоевал нашу машину, приехал за тобой. Иди нахуй, бля, я не сяду. Заебись, конечно. Так а хули ты ее не закрыл? Женская логика просто, блядь, охуенная. А хули ты ее не закрыл, блядь? А хули ты не закрыл? А хули ты, блядь, по полям ездишь? Во всем всегда я виноват, да? Да. Да. Дай. Муж будет давать, а то по праздник. Дай. Ну дай мне. Так я открыл, что тебе дать? Я не могу ее. А, я другую открыл, я не тот открыл. Ой, блядь, дебил, сука. Ой, блядь, не пизди, пожалуйста. Ты машина проклята для меня. Сейчас, блядь, хоть каркай, хоть не каркай. И то один будет. Я же сейчас более-менее аккуратный. Во, девяточку бери, смотри, 500 тысяч, блядь, это аппарат. Бля, нормально то, что я сижу на крыше? Ай, блядь. Ты даже машину не заглушила, ты издеваешься? Ха-ха-ха, у меня денег нету на бензин, она ха-ха-ха. А давай ее продам подороже, Продашь ты ее подороже.